Ребята, всем привет! Продолжаем проходить F1 Challenge. Что, ребят, у нас Германия на очереди. Ой, учитывая печальное мое положение, в общем, в личном зачете, хочу сказать, что здесь надо выигрывать. Здесь по-любому мне надо выигрывать. Вот, иначе, конечно, да. С такими темпами я даже в тройку не войду. Твою мать, еще и дождливая квалификация. А что ж такое? Что ж ты будешь делать? Так, ну ладно. Сейчас, конечно, попробуем немножко реабилитироваться. Здесь надо занимать первое место. Я, конечно, не знаю, как у меня это получится, не получится. Надеюсь, конечно, что получится. Сейчас посмотрим вообще, что будет. This is the fastest circuit on the Formula One season. Что-то там про быстрый круг сейчас комментатор говорил. Ну да ладно, нам это не сильно интересно. Блин, вот чем мне реально эта трасса запомнилась, чем она мне стала примечательной? Это тем, что на прямых реально меня все обгоняли. Все абсолютно. Вот кто за мной шел, я, по-моему, первый тогда шел. И тогда, выступая еще в 99-м году, да, в прошлом сезоне, который уже на моем канале лежит, выступая за Макларен, играя Хакенином, мой напарник по команде Дэвид Кухарт, на, по-моему, предпоследнем или последнем круге, летел сзади, естественно, я его заблокировал, чтобы не пустить вперед. Ну и что вы думаете, он мне задний бампер снес к чертям собачьим. Меня аж выкинуло с трассы. И он никаким не пришел, и я никаким не пришел в итоге. Называется ни себе, ни людям, ни напарнику, ни себе, ни напарнику. Да, печально. Это все было, конечно, очень-очень-очень печально. Вот, я надеюсь, очень сильно, ребят, надеюсь, что в этот раз все будет иначе. Вот. А в противном случае по очкам я опять толком ничего не беру, а осталось-то всего-навсего, ребят, 6, не побоюсь этого слова, гонок. То есть всего ничего. И по окончании этих 6 гонок уже с уверенностью можно сказать, кто будет чемпионом. Даже по окончанию не 6, а может быть еще и раньше. Там, если проанализировать хорошо, потом и так все будет понятно. Так, ну а мы пока сосредоточились и постараемся очень хорошее время круга показать. Так, сзади уже кто-то пристроился. Ну да ладно. Вот сейчас, кстати, мы и посмотрим на прямых. Догоняет он меня, не догоняет. Ведь обратите внимание, очень даже хорошо догоняет. Пока что идем неплохо. Не знаю, какое мы покажем время, но вроде бы ничего так. Не знаю. Thank you.
Полпозиция пока что. Так, ну и что у нас там? Вот так вот даже. Вот так вот даже. Вы обратите внимание, ребят, на 5, мать его, секунд. Реально на 5 секунд. Всех обошел. Так, что там по прогнозу? По прогнозу сухо. Ладно. Может, у меня будет топливо на 9 кругов? Не, навряд ли. 7, естественно. Так, и на 2 круга. Запас. Сделаем мы. Ну вот, как-то так, ребят. Как говорится, с Богом. Шумахер, как обычно, второй. Ну, мы ему, естественно, не дадим проехать вперед, хотя он зараза пытается, видите? Так, 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 сейчас напрямую вы должны обойти. Ну, сейчас и посмотрим, как мы напрямую будем себя вести. Кулхарт вырвался. Кстати, Кулхарт в прошлой гонке победил, на второе место не вырвался. Твою мать. Вы сами, да, поняли, что я забыл сделать? Благо, это первый круг, ребята. Вот нельзя забывать про автоматические тормоза, иначе все. Сейчас бы был второй круг, и все, и до свидания. О! А кто-то, ребятки, заглох. Я даже знаю, кто. Я даже знаю, кто. Не стартанул пацан, к сожалению. Опачки. Извини, Михаил. Я не хотел, честно. Я не хотел, ну бывает, ну что делать. Так, ребят, ну вот сейчас вроде все неплохо складывается. Только вот хакинг мне еще мешает. Его б куда-нибудь убрать. Плохо, что хакинг второй едет, ребят. Очень плохо. Шумахера мы жестко опрокинули, блин. Кулхарт ушел, Шумахер ушел. То есть у меня есть все шансы, да, вырваться на вторую позицию пока что. Так, а тем временем мы заканчиваем первый круг. Пока что Хакинен второй. Так. Хакинен уверенно держится. И посмотрите, догоняет тоже уверенно. Один и семь. Пока вот на этом промежутке 1,8 уже. Обратите внимание, 1,8. То есть, по идее, я чуть быстрее его, да, двигаюсь. По идее, да.
Так, 2 секунды. Два круга позади, на 2 секунды я впереди. Блин, Хакинин, зараза, почему ты не заглох вместо Кулхарда? У него же больше всего очков. Догнать него, естественно, будет сложнее. Намного сложнее. Опять секунда и 8. Вот на этом промежутке как бы все и держится. Идет примерно наравне со мной. Так, четвертый круг. А этот, зараза, блин, рекорд круга поставил. Угу. Ну, хорошо. Я его постараюсь, конечно, переплюнуть по рекорду круга, но не знаю, получится, не получится. Главное, чтобы не обогнал, а там уже ладно. Кстати, в прошлой гонке Шумахер тоже вылетел, если помните. Ага, за мной в боксы подъехал. Что-то там замешкался, я, короче, решил все, дальше не выезжать. Там оставалось, по-моему, 2 круга до финиша. Это еще перед тем, как ливень пошел. Ну, не везет, уже вторую гонку подряд ему не везет. Что ж поделать. А вот вам и пожалуйста. Рекорд круга теперь за мной. И тут на прямых, конечно, вообще в Германии. Чисто на прямых. Немцы прямые любят трассы. Американцы очень сильно любят прямые трассы. Еще у них вот этот NASCAR. Кстати, США здесь, по-моему, уже с 2000 года должна быть. Не помню. По идее, должна. Три секунды уже. Отстает, батенька, отстает. Две и пять.
Ну, сколько немцев Формулу-1 смотрят. Посмотрите, как на стадионе, блин, трибуны. Так, главное мне на них не засматриваться сильно. Это приеду, блин. Да что ж такое, блин? Теперь у него рекорд круга. На секунду догнал. Причем хорошо догнал. Так, а мне через круг в боксы ехать. Интересно, когда Хакинен ехать. Ну и все-таки он рекорды ставит. Зараза. Топливо у него значительно меньше стало. Посмотрите, догоняет. Догоняет капитально. Так, ну что, мы в боксы едем. Я не знаю, поедет ли он сейчас. Но мы да. Так, меня уже ждут. Так, нормально. Кстати, он тоже сюда же. Так, только не говорите, что... Только не говорите, что он первый выйдет с них. Не может такого быть. Давай, 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 выезжай, Михаил, выезжай. Блять, почему? Вот охреневшая тварь. По-другому не сказать. Ребят, я... Блять, я не... Не, ну вы слышали? Я не ускорялся на этом грёбаном питлейне. Почему, блин? Сволочи, я ему сейчас бампер снесу нахер. Не доставайся ты, как говорится, никому. Нет, ну что за беспредел, а?
я не разгонялся на этом питлейне. На тебе, сволочь. Едь дальше. Офигеть, за что меня штрафанули? За что? Может, то, что я въехал в него на огромной скорости. Фиг знает, блин. Охреневшие, блин, а? Ничего не скажешь. Тупо ни за что, блин. Ну ладно, значит, вот так вот будем. А как по-другому? Выживать как-то надо. Последний круг, ребят. Ральф Шумахер. Вот, походу, он и выиграет. Мне это засчитают штрафные. Я не знаю, сколько там. Здесь, кстати, на этой трассе без спойлера можно спокойно ехать. Нормально. Больших поворотов нет. Прям таких существенных. Значит, не только надо выезжать с боксов аккуратно, но и заезжать. Да. Забыл я про это, забыл. Офигеть, блин. Обидно вообще, ну обидно, просто обидно. Как так-то? Ну как так? И почему он первый выехал? Насколько меня позиции сместят, скажите, пожалуйста. Ralph Schumacher has finished in second position. Так, кто там третий? Heinz-Harald Frentzen has finished third. Trulli has finished in fourth position. Так, охренеть. Шестой, нет, ребят, не пойдет. Полный беспредел, заново. Полный беспредел, полнейший просто. Ни за что, просто ни за что, блин. Ну-ка, подвинься, родной. Давайте-ка заново, ребят. Уж здесь действительно. Какое там ограничение по скорости? 60 километров, по-моему. Для боксов. Не помню. По-моему, да. Блин, ну так жестко штрафовать, это вообще.
Хакинен, обратите, все еще второй. Хакинен бы вынести нафиг. Конечно, мысль одна. Вы, в принципе, понимаете, о чем я говорю, да? На седьмом круге, допустим, перед боксами, если я его пропущу вперед и вынесу ему задний бампер. Как думаете, сработает такая тема? Может сработать, может не сработать. На самом деле. Тут как повезет. Кто-то уже в боксе собрался. Хакинен четко держится вторым, четко вообще. Так, значит, в боксы заезжаем аккуратно. Помним об этом. Так, а у Хакинена рекорд круга, да? Так он и хочет меня обогнать, так и хочет. Четвертый круг, ребят. До боксов три круга еще.
already in the pits. Arrows, already in the pits. Так. Немножко, еще немножко. Five laps remaining. До финиша. Hakkinen has just put up the fastest lap of the race. Minardi already in the pit. Так, ну что, родной, через два круга поедешь вперед. Ты уже сейчас хочешь, да? Не, сейчас еще рано, подожди. Через два круга, родной. Через два круга. Быстро догоняет, зараза. Главное, говорит, не то, что у нас корова сдохла, главное, что у соседа живая, блин. Вот это плохо, говорит. Так и мы. Главное не то, что мы 10 очков наберем. Главное, чтобы Хакинин 6 очков не набрал, если второй придет. Так, а тем временем мы на шестой круг зашли. Опачки, опачки, вы посмотрите, что там происходит. Михаил, да ты сейчас на Хакинена обойти хочешь? Не надо, не вздумай, у меня на него другие планы. Потом будешь вторым. Не переживай, с ним все получится. Так, это как раз будет перед боксами, да, на следующем круге. Твою мать, он сейчас пошел в боксы. Ну не сволочь, а. Ладно. David Coulthard has just put up the fastest lap of the race. Попробуем по-другому. О, отлично. Отлично. Шумахер за меня все сделал. Великолепно просто. Прям в боксах ему снес там все. К чертям. Это ж просто замечательно. Это ж просто прекрасно. Ну, теперь все, можно спокойно ехать. Кулхарт мне не помеха. Ну, не так много очков.
Не разъехались они с Михаэлем в боксах, к сожалению. Это и хорошо. Вот и славненько, вот и хорошо. Все складывается как нельзя лучше. Мне даже ничего не пришлось делать. Так, помним насчет. Помним насчет боксов. Так. Так, ну этого я должен сейчас обойти быстро. Обходи этого, блин. Этого-то я должен обойти. Обязан просто. Труля. По-хорошему уступишь или бампер тесно съедем? Опачки. Не, кажись, по-хорошему он не хочет. Падла. Я не знаю, как у меня это получилось, ребят. А, не, ну он едет. Он тоже в бокс поехал. Так, ну чё. Ребят, по старой схеме. По старой схеме. Кажись. По-другому мне его не обогнать. В прошлый раз я ему отдал победу, в этот раз не хочу. Поворота. Последний шанс. Шумахер третий. Нет, все-таки нет, ребят. Все-таки Кулхарт победил. Сволочь. Твою мать! Чуть-чуть. Ну чуть-чуть, а? Причем Шумахер третий. With the results confirmed, it's high time we updated the Drivers' Championship. И обратите внимание. David Coulthard moves further ahead in the Drivers' Championship. Был первый, точно, блядь.
Вот кого мне надо было вырубать. Просто вырубать. А я этого не сделал. На 12 очков он меня обходит. Венгрия следующая.